Некоторые объекты на пляже после зимы требуют ремонта. Так отдельно рабочим пришлось заняться лестницей. Параллельно бригады приводят в порядок спасательные посты. Их раскрывают, чтобы проветрить и просушить. Стационарное оборудование красят прямо на пляже. Подобную процедуру проходит и все, что пока хранится на складе. Например, деревянные скамейки и лежаки. В дальнейшем у нас будет завозиться песок, будет обследование дна водолазами, соответственно, пробы воды, песка будем проводить и обработка, акрицидная обработка пляжей. Потом по заключению, которые будут исследования воды, будем смотреть, который пляж открыт, вот который закрыт. А готовим 14 пляжей. Впоследствии на пляжах установят и детские купальни. В Ласках такая появится впервые. Пляжный сезон в Тамбове стартует традиционно 1 июня и продлится до 31 августа.